Возле кинотеатра «Искра» сотрудники госавтоинспекции округа и активисты «Молодой гвардии» объединились для проведения акции под названием «Засветись». Она направлена на повышение безопасности пешеходов, особенно в темное время суток. Наши помощники «Молодая гвардия», ребята, сегодня напоминают о том, что наши участники дорожного движения должны быть яркими, заметными на проезжей части. Чтобы быть заметным на дороге, ярким заметным на дороге, особенно в темное время суток. Надо носить на себе специальные светоотражатели. Световозвращающие браслеты и наклейки – такой набор получили прохожие. Их нужно размещать на одежде, личных вещах, колясках, велосипедах, роликах и других предметах. Когда вечером дорогу переходишь, это вот эти лепишь, они светятся. Правильно, это световозвращающие элементы. Вот теперь я вижу, что вы у меня уже молодцы, приняли участие в акции «Засветись». Свою сумочку можно разместить. Вот, браслетик можно на ручку одеть. И когда вы возвращаетесь вечером домой, вы у нас уже будете ярким и заметным пешеходом. Быть внимательными и заметными на дороге уже далеко не правило, а закон для всех участников дорожного движения. Важно не только проинформировать жителей, но и убедить пешеходов следовать всем рекомендациям безопасности. Мы раздавали обычным жителям, прохожим, ребятам на самокатах. Эта акция проводилось для того, чтобы повысить безопасность пешеходов. Сотрудники госавтоинспекции еще раз напомнили о правилах безопасного перехода проезжей части, необходимости спешиваться с велосипеда и самоката и использовать светоотражатели в темное время суток. Модный аксессуар в виде брелока или браслета может спасти жизнь. Наталья Буслаева, Евгений Бех, Максим Константинов. Видное ТВ.